А вот, мальчики и девочки, Ram Charger какого-то дико лохматого года. Он ебически огромный. С пластмассовой крышкой багажника. Внутри помещается кухня от советского какого-нибудь дома. И задний маленький-маленький лючок. Сейчас надо закрыть капотик и поехать на нем покататься. А под капотом, кстати, тут вот такой вот Mad Max происходит. Здесь вот Ктулху проживает из проводов. Вон там вот стоит мозг этого автомобиля. Он чудовищный совершенно, там терабиты вычислительных этих мощностей. И вот показометр имеется тоже. По-моему, охуительно. А как? А давай ты сам, а то я вдруг сломаю. Закрыл. Ну, то есть, вот прям вот так вот. Ага. Чпиньк. Просто охуеть. Да. Так, что делать? Да, да, сюда, все правильно. Угу. С передачи снять надо? Нет. Так. The power of V8. Ты тоже там на газ давишь? Или ты на тормоз? Я упрочнился в позиции своей, чтобы не улететь. Е-бой! Мы несемся со скоростью сейчас 100 км в час, судя по показометру. Бля. Не исключено, что ЗИЛ-131 даже чуть-чуть более юзер-френдли. Подвеска, хорошая подвеска. За рулем этого автомобиля не сходит идиотская улыбка, потому что прёт. Блять, какой же у него капот, просто ебический. Ай да V8-ка, как звучит. Блять, шик, блеск, красота. Поехали теперь на моем кататься.